Какой сегодня прекрасный день! Правда, Ленчик? А, это самый вкусный Несквик, Владус! У меня появилась идея. Какая еще идея, Лень? Смотри, я вот так вот открою рот, как сейчас, а ты засыпешь мне Несквик туда. И зальешь это все молоком. Лень, ты дурак! Сиди, ешь свой Несквик и все, что за глупые идеи ты придумываешь! Так, стоп, а я не понимаю ни одного. Мы сидим, как бы работаем в полиции, но сегодня нет ни одного вызова. Как-то странно это все. Нормас, да, работы-то как будто и нет. Все тихо, не шумно и спокойно. Лень, а ты от меня ничего не скрываешь? А, я просто рацию выключил. Что? Леня, в смысле рацию выключил? Выходи-ка из машины быстро, зараза такая. Ты что, ты совсем что ли? А что такого-то? На, Владус, вот, включай. Ты, Лень, мы же могли пропустить какие-то важные вызовы. Господи, сейчас я настрою рацию, давай. Номер 404, черт побери, куда вы пропали? Почему вы не на связи? Да, прием, мы здесь, все нормально, мы на связи, все хорошо. Просто у нас были помехи и рация была сломана. Что? Сломалась рация? Быстро на вызов, вперед. Ты что наделала? Леня, ты получишь у меня, садимся срочно и езжаем на улицу Алмазная, дом 28. Там срочный вызов, давай вперед. Дебил. Вот реально, просто дебил. Слов больших других нет. Пойдем пешком, чё? Чё ты разлёгся-то, господи? Это просто невозможно. Объект приближается, ускорьтесь, пожалуйста. Есть, сэр, все хорошо, приехали. Мы его не упустим, все будет нормально. Так, Лень, идешь, нет? А иду, можно в машину позже? Ага, сейчас, иди пешком, ты вот довыпендрился, поэтому давай, будь добр, пешочком дойди до этого дома. В общем-то, нам сюда, давай, Лень, бегом, пистолет быстренько взял в руку. Я надену очки, чтобы скрыть свои слезы. Леня! Быстро, бери, давай, пойдем за мной. Этот преступник должен быть уже здесь. Владус, давай, только тихо. Ай, давай за мной. Лень, кажется, нам сюда. Смотри, тут какой-то ринг вообще боксерский. Что происходит? Так, кушать хочется. Ты вот дебил, блин, мы могли спокойно пообедать, если бы у тебя рация была включена. Ладно, давай сюда, он наверняка где-то здесь. Вон он, Леня, стоять! Руки! Лень! Ты что, дебил, в меня-то не нужно стрелять, в Армузкина нужно, давай за мной. Стоять, я говорю, это полиция, я вам говорю, не с места, стрелять будем. Лень, не стреляй пока что. А, да, извини. Что? Вы сказали полиция? Я понял, тогда будем общаться вот так. Ах, так, значит. Да, значит так. Еще раз дернешься, и наш снайпер размажет тебе арбузную башку, понял? Да, я уже на него нацелился. Он уже у меня на прицеле. Я уже готов нажать на курок. Хорошая попытка, но только наш дрон зафиксировал вашего снайпера уже давным-давно. Ты имеешь в виду дрона, который наш хакер взломал, да? Ты имеешь в виду хакера, чью жену мы похитили? Ха, ты имеешь в виду ту жену, с которой он развелся? Бум! Ты гонишь? У них был крепкий брак. Это не так. Они уже 6 месяцев как развелись. Еще один бум. Вот так, ковбой, мы тебя поймали, так что бросай пушку. Ну, похоже, это так. Но вы забыли об одной загвоздке. Бум! Он двойной агент. Ты про этого кринжа, что слева? Знаешь, Владус, я знал, что ты предатель еще в академии, когда мы с тобой учились. Бум! Слушай, Леня, ты думаешь, я не знал? Ага. Знаешь, я уже давно знал, что ты знал. Очень давно. Я знаю, что ты это знаешь, что я знал очень давно. Очень давно. Очень давно. Похоже, у нас с вами реально мексиканская дуэль, парни. Воу, разговор с кринжом Ютуба заставляет меня нервничать. Ты кого кринжом Ютуба назвал? 4. Что 4, Леня? 4 кусочка черничного пирога. Специальный агент черничного отделения на службе. Что? Ты двойной агент? Все верно! И моя секретная миссия — нейтрализовать вас обоих! Погоди, чего? Хочешь убить меня? Ну да. Ты думаешь, ты черничный агент? Тогда кем же являюсь я? Чё? Что вообще происходит, Армузкин? Я запутался. Не знаю, тогда скажи, кто я? Так, ребята, мы искали предателя. Получается, предатель-то один, только ты. А, чё?
Я? Да-да-да, Арбузкин, давай, иди отсюда! И что может означать, интересно, эта маска, которая у него была с собой, а, Лень? Я не знаю. Она очень-очень-очень странно выглядит вообще. А, слушай, может попробуем ее надеть? Да, давай ее наденем! Сейчас, Лень, секундочку, я как раз хотел спросить у мороженчика. Мороженчик, привет! О, дорогие друзья, здрасте, чего желаете еще по мороженому? Не-не-не, мороженчик, слушай, подойди к нам, пожалуйста, у нас очень важная просьба к тебе, нам нужен твой совет. А, да-да-да-да-да, хорошо, не вопрос, сейчас подойду, конечно же, друзья. Сегодня я поймаю пару пухленьких детей и положу их в охлаждаемый фургон. Что хотели? Слушай, не знаешь, можно ли надеть вот эту странную маску? Ничего с нами не случится? Ребята, я в молодости и не такое делал. А знаете, один раз живем, попробуйте ее надеть, а потом мне скажите, что будет там. Да-да, ладно, сдавай, это шикарная идея. Ладно, ребята, я пойду, мне нужно делать еще мороженое и воровать детишек. А, да, конечно, мешать не будем. Пока, дядя мороженщик! Ну что, Лень, давай попробуем, только отойдем на безопасно. Блин, Лень, сейчас у меня тут рация, сейчас подожди, у да? У вас срочный вызов, вы где шляетесь? Выезжайте, выезжайте, выезжайте! Выезжаем! Лёня, смазка немножко обломалась. О боже, кто там? Лёнь, сначала съездим на вызов, а потом наденем эту маску. Все будет нормально, она немножко подождет. А вы пока что, ребята, поставьте лайк, это очень-очень важно. Если мы наберем 10 тысяч лайков на этом ролике, то мы будем снимать такие видео чаще. Лёнь, давай беги скорее. Бегу, Владус. Я устал, так хочется маску надеть. Если наберем 10 тысяч, я надену эту маску 100%. Лёнь, мы уже почти добежали. 5 минут спустя. Кажется, это тот дом. Да, Лёнь, кажется, мы на месте. Слушай, мы его сейчас быстренько обезвредим. Давай-ка заходим потихонечку. Доверие не очень вызывает. Я пошел, по телефону поговорю. Ну, ладно. Так, где там этот преступник? Хорошо, что у меня есть с собой пистолет, Лень. Сейчас, спокойно, мы ворвемся и все ему расскажем, как правильно надо. Ха-ха, давай ты, Владус, ворвись, а я тут постою. Покажи ему там как следует. Ты, Леня, вообще, ты нифига не смелый, понял? Ага, он должен быть где-то здесь. Ну, пожалуйста, не арестовывайте меня, я просто не хочу идти в школу. Это просто, я не знаю, зачем пожаловались в полицию, за что? Ты серьезно? Ты просто не хочешь идти в школу, и нам поэтому нас сюда вызвали? Серьезно? Лето же! К тому ведь еще и ночь на улице. Пускай не идет в школу, кто вызвал полицию? Да сам вызвал случайно. Ты совсем, что ли, уже? Лень, это было лишку. Ой, ошибочка. Валим отсюда скорее. Лень, мы обещали подписчикам маску надеть. Тем более, как думаешь, лайки уже поставили? Не. В смысле нет? Я! Блин, чё, блин, Лень? Что такое? Что не так? Реально по телефону позвонили. Я сейчас, ты пока что слово отгадай. Да ё-моё, еще и слово отгадывать, чтобы эту маску надеть. Ребят, вы же очень умные подписчики, поэтому разгадайте слово в комментариях прямо сейчас. Напишите в коммент, что за слово тут зашифровано в этих буквах. Я знаю, вы справитесь на 100%. Вы разгадаете, что тут зашифровано. А я надену маску. Вы только не подглядывайте. О, блин, тесновато, конечно. Ага, вот так вот. Вау, все, кажется, получилось. Только вот... Мне что-то нехорошо. Что происходит? Нет, что-то голова слишком болит. Ну все, давай пока, X-мастер, созвонимся. Это еще что такое? Башка раскалывается. Что происходит? Где я? Дядя Владус, пора просыпаться. Что? Чока? Как хорошо, что мне это все приснилось, и я не был маской. Погоди-ка. Дядя Владус, вы были маской. Стоп. Что происходит? Вы были самой настоящей страшной маской. Я испугался. Так, погоди-ка. А как я оказался дома? Дядя Владус, это я вас. А, серьезно? Чока, тебе большое спасибо, я бы мог разрушить город. Вы немножко успели разрушить город, но это ничего страшного. А где Леня? Дядя Владус, вы съели Леню. Так, подожди, как съел Леню? Ничего страшного, дядя Владус, мы с ним успели записать пару видео на мой канал. Чока, так как ты меня спас, я хочу немножко отблагодарить тебя. Ребята, давайте мы подпишемся на канал малыша Чока. Вот здесь кнопка подписаться и посмотрите его ролики. Вот эти видео, они очень классные. Дядя Владус, это просто шикарно! Я не думала,
думал, что ваши подписчики смогут подписаться и посмотреть хотя бы одно мое видео. Не переживай, Чока, все подпишутся и посмотрят. Обязательно кликайте на его ролики. Увидимся в следующей серии. Пока!